Всем привет-привет! Всем привет, друзья! Ульяна! Привет! Привет, так скромно! А знаете почему? Почему? Потому что мы приехали на закупку! Так, ребята, мы приехали в наш любимый Walmart. Почему любимый? Потому что... Он нас устраивает. Я сейчас покажу, как это все говорит. И рядом возле нашего дома. И я скажу, как говорит. Что ты там хочешь сказать? Всем привет! Всем привет-привет! Так, мы не снимаем, это мы пытаемся снять. Всем привет-привет! И мы на канале... Как называется? Тебе не стыдно? А ну думай, вспоминай. Так, ну все, давайте, ребят, это будет долго. Все, мы приехали на закупку, на нашу недельную закупку. Мы делали до этого до закупку, но она была все равно как закупка. А сейчас у нас будет закупка, и это игра слов. Поэтому мы сейчас идем в Walmart. Все с работы сегодня пришли рано. У нас пока еще тепло, конец августа. И пойдемте с нами, мы вам покажем, расскажем, что мы покупаем, что мы хотим купить, что нам нравится, что нам не нравится, что мы едим, что мы не едим. В общем, оставайтесь с нами. Погнали. Ай! Итак, друзья, мы в Walmart, и мы снова в масках. Первое, что нам попадается, это сладости. Вот так, оно. Дай, помогу, Уля. Вот сладкий. Ну хорошо, давай. Серьезно будь, серьезно. Да, все, я с тобой, давай. Серьезно, мое второе имя. Ну, пожалуйста. Давай. Вот тут торт, и тут всякие вкусняшки. А какой нам наш самый любимый? Ну, вообще там... Я уже вижу его. А ну, подумай. А я не знаю, где он, но... Так посмотри. Нет, ну это не мой. Не твой, а наш семейный. А, вот. Да. Итак, друзья, с чего мы начнем? Мы начнем с хлеба. С нашей любимой полки. С нашей любимой полки. Берем красти. Или... А не все красти. А, или оливковые. А мы вот этот короче, не пробовали. Да, чесночный. Возьмем давай, чесночный да. попробуем. Да. Лук. И жареный чеснок. Супер. $1.39 по скидочке. Да. Вообще супер. Да? Отлично. Ну, насчет сладостей, друзья, только сегодня доел последний кусочек нашего свадебного торта. Представляете? Почти 3 недели. Мы его мучили. Вернее, я. Девочки мои практически не ели. И я ела. Ну, ты по чуть-чуть вот это. Ну, посмотри, скоро. Я тоже чуть-чуть. Говори тогда мне. Ну хорошо. Так, предлагаю, берем наши к чаю любимые слоенки с шоколадом за 3.47. Еще и написано new. Цена. 3.47 да. за 6 штук шоколадных слоенок. А ты себе что-то хочешь взять? Не знаю, посмотрю сначала. Да? Я не знаю, что там смотреть. Антон предлагает блюберри взять. Да, итак, друзья, мы нападаем сразу же после хлеба на фрукты. И у нас вот такие блюберри по $1.67. Одну или две? Нет, две пачки две? Точно, да. А стробери по два... Подожди, ты взял две разные фирмы. Вот это, давай вот эту. Да? Так они там и лежат две разные. Вот это, наверное, дороже. А, вот это дороже, да, два. Нет, так это стром. А, да, хорошо. Возьми тогда вот эту фирму, потому что она хорошая. Вот ну эту, вот, вот, да. Осторожно. И клубничку тогда. И клубника не. Сейчас по скидке. Где? А. Надо найти, может быть, такую шоколад. Живая немного. Зеленоватая. О, давай вот эту. Цена? 2.97. За клубнику $1.67, за блюбери. Да. Двигаемся дальше. Арбуз, да, нет? Давай, мы дома на этих выходных. Это не факт, что мы его съели. Итак, мы берем наш маленький арбузик.
за 3,97. В прошлый раз арбуз был неплохой. Да. Довольно сладкий, нам понравилось. Ну, неплохой. Остановимся на этом. Да. На этот раз мои любимые предпочитают вот эти яблочки. В прошлый раз какие брали? Вот эти? Да, в прошлый раз, смотрите, мы брали Red Dell. Красные. Так вот, проблема вот этих красных яблок, они могут быть гнилые могут внутри. Быть. Вот мне из пяти мы взяли 6 яблок. Смотрите, они блестят, такие на подбор. Но одно мне попалось одно. Уже. Ну, а я сегодня скушала, нормально было. Нет, ну как... Вот эти ты пробовал, да? В этом смысле это кисленькие. О, супер! Вот эти мы не пробовали. Пробовали. Да? Ты не покупал такие. Так, слышь, они и стоят в два раза дороже. Ладно, все. Подожди. Кстати, уже видишь, вот такие. Не знаю, мне что-то рвет. Вот эти зеленые, а вот эти... Не, давай вот эти. Какие хочешь. Все. Все, друзья, берем вот. Я передумал резко. Только вот немного бери. У нас там еще осталось. А есть еще, да? Да. Все, значит, берем. Вот эти я не люблю, они когда побитые, они такие, я не знаю, есть много людей, которые любят побитые, я побитые не люблю. Мякоть. Как-то. И вот эта мякоть, она мне не очень все, нравится. Все, пошли. Ладно, друзья, берем, любимая хочет делать фреши из грейпфрута. Мы берем пакет за 5,97. Угу. Для фрешика, Ульян, для фреша, вкусно будет. Да, моя мама, кстати, очень вкусные фрешики делает. Да, машина может, маме. Да, да, да. Все. Все, пойдем. Так, хорошо, бананы, друзья, мы на этой неделе съели. Поэтому мы возьмем немножко на парочку больше, чем обычно. Может, кто-то молочный коктейль сделает? Ну, если мы найдем то мороженое, которое надо для молочного коктейля. Возьмем желтый. Зеленые не успевают быстро спеть в холодильнике. Их надо разламывать и держать... Поодиночно. Да, но не в холодильнике. Потому что в холодильнике он зеленый и еще и как бы не доспевает. И получается... Как всегда, цена 77 центов. Так, смотрите, что мы увидели. Что мы увидели? Сухари в пачках. Это что? Да. Космос, космос. Да. Нет, нам просто для салата надо. Премиум крутоны. Это не сухари, это крутон. Понятно. Крутоны. Крутоны. Поэтому берем. Есть мультигрейн, есть классические. Какие ты хочешь? Мультигрейн, это типа зажаренные? Нет, это многозерновые. А, ну, а с приправой, да? С приправой тут есть? Тут пармезан сизер, а тут давай. Классик сизер. Давай это, сюда. Ну, я не знаю. Давай пробовать, у нас будет салатик. Короче, вкусный. Друзья, берем мы премиум крутон. Угу. Крутон для салатов. Вообще. Простонародье сухари. Да. Итак, картошка, друзья. В прошлый раз мы брали красную? Да. Мы брали красную. Хорошая картошка. Да. В этот раз мы возьмем тоже красную или белую? Не, красную, я люблю красную. Красную. Так, вот это уже потек. Плохая. Плохая. Тут тоже потек. Она, мне кажется, уже вся тут, смотри. Ну хорошо, давай другую. Белую. Желтую. Сухенько. Все. Вроде да. Мне он тоже, видишь. Че она запотевшая. Обычно, когда потек, какая-то загнила. Ну да, ну другой пакет возьми. Как будто на огороде, да, перебираешь? А. Не, ну она, друзья, здесь помытая, отобранная, хорошая картошечка. Ладно, давай. 6,97 за пакован, 5 кило. Пакован. Ой, артист. Так, наша любимая полка со да. скидками. Наш любимый раздел скидки в Walmart'е. Кекс. Порезанный, да. Да, порезанный. Итак, мы нашли вот такой хлеб. $1.85, он обычно дорогой. Почем получается? Почти $4. Ну да, дорогой. И он плотный, он такой тяжеленький, хороший. Мы его в морозилочку, и он у нас там будет, не пропадет. Да. Что здесь еще? Булочки какие-то, это что, баны? Что ты?
ты их есть не будешь. Ой, они не вкусные. Нет, это ее choice, пусть берет. Я беру. Все, это твоя сладость, все, наши не ешь. На мои слоевки не нападай. Такие бублики. Бублики, на наши не нападай. Она. Ну, такое, не знаю. Не? Нет, зачем мы так? Так я их в прошлый раз и съела. Мы берем один для второго, и здесь уже будет. Ну, все, не-не-не. А я что, без сладкого осталась? Ты арбуз есть. Да. Арбуз и яблоко. Банан. Не знаю, я вот такие люблю булочки. Я их просто обожаю. Не на недельку. Или вот эти, может. Нет, вот эти. Так. Все, я отоварилась. Так, на этот раз возьмем нашу Зуляну любимую колбаску. 5,37. Такая с кусочками мяса. Очень вкусная. Вау. И что мы нашли вкусное? Так, нашли, да, вкусный сыр Ярлсберг. Угу. Реально он вкусный. И как раз по скидке. Где ты его 3,40 нашел? Точно. Вот такие маленький пакетик. 120 грамм. Ага. Да. Хорошо. Я только что посмотрел, 250 грамм стоит $8. То есть в два раза больше стоит $8. Здесь 120 грамм, но, в принципе, мы... Хорошо, идем. Так, наша тачечка пополняется. Любимая фраза, любимая. Да. Взяла колбасу? Да, взяла. Все. Новая, ginger beer. Island soda, ты хочешь попробовать? Да, ginger beer. Итак, друзья, Ульяна хочет попробовать новую воду из раздела Island soda. Ginger beer. Это, друзья, не пиво, это напиток. Типа как, буратино? Ну да, но там особый вкус. Джинджер бир, там будет специфический вкус. То есть, угу. Возможно, Ульяне еще и не понравится. А тут, какие тут... мы пробовали виды, давай напомним. А тут вот это не пробовали. Бир, если это не понравилось. Короче. Да, не отвлекаемся. Пробовали вот эту, да. Крем-соду. Вот эту. Кола-шампейн. Вот эти не пробовали три. Ананас. Раз, два, три. И pineapple coconut, ананас и кокос. Классно. Мы их не пробовали. Да. 97 центов. Они бы, а может, 70 были? Не помню. 97. Супер! Давайте, предлагаю сейчас и попробовать. Давай. Давай. Да? Пробуй. Открывай, папуль. Открывай. Ну? А, ну. Он, мне кажется, там какие-то кизяки. Так, Антон. Что, вкусное тяжело? Ты пробуй. Так, моя очередь. На запах не очень. Так, мы за это заплатим. Мы можем даже пустую бутылку отнести на кассу и можно тут, заплатить тут за это. Что? Давай. Капец. Вообще что-то это интересное? Это реально пир, это реально. Капец. Ну, а не пей, по чуть-чуть, хватит. Оно печет. Я горло. Имбирь люблю, имбирь. Вау. Печет. Ужас. Это нормально. Для любителей я тебе скажу. О, суши напоминает. Да, точно. Классно. Видишь? Блин, супер. У меня глаза заслезились. Не, это для любителя. Вам, ребята, вы не готовы да, к этому. Он реально печет, как вот поели острой пищи. Имбирь. Ложат. Имбирь запеченный? Да, он его ложат вместе с сушами. О, роллами. С чаем сколько раз мы пили вообще. Так с чаем, не равняй с чаем. Так, у нас предстоит тяжелый выбор. Да, друзья, сейчас хотим выбрать, побаловать нас на выходных мивиной. Здесь это вкусной. Просто нудлс вермишель. 4 пачки мы сейчас выбираем. Или шин блэк, или шин рамуян.
А есть там картинка с обратной стороны? Кимчи, кстати, нету. Какую-то из них мы уже пробовали. Ниагуру мы попробовали. Да, да. Ладно, давай возьмем Шин Блэк. Давай. Цена 4,27 за 4 пачки. А вот еще окей. Ну тут что-то непонятно уже написано. Я Instant Noodle Beef and Pickle. Нет, все, не будет. Маринованный. Рассольник. Наверх. Тайский рассольник. Так, у меня на работе закончились стики с кофе, поэтому хотим есть что-то новое выбрать. Да, есть или капучино, вот такое. Да. То есть на работу любимая не хочет брать там супер какие-то пупы. Ну мне надо быстро попить и уйти. Да. Быстро. Вот это пробовали в прошлые разы мы. Очень сладко. Ну, слишком, потому что написано sweet and cream. Да. Сколько здесь пачек? Не здесь вижу. 18. Да. 18 на 20. А здесь 8. То есть за почти одну ту же самую цену, да, то есть но... это дороже. А какое это? Капучино? Да. Капучино. А там на сколько чашек? Здесь, ну, здесь получается, смотрите. 18 на 22 грамма, это получается сколько? Почти 400 грамм. Почти 400 грамм. Правильно? Это 18. Здесь 250 грамм. То есть, ну, может быть, на чашек 10. Да, 10. Больше или меньше? 12. Где-то 12 чашек, я думаю. Меньше, да. Все, да. Хорошо, берем, я... пошли. Друзья, рубрика «Наши любимые батончики» для Антона в основном. Ну да. Берем, вот их получается 18 штук. 18 штук. Мне хватает, в принципе, на неделю. Они маленькие, не особо большие. Все, идем. Цена 4,27. Итак, друзья, мы все продолжаем нашу закупку. Мы сейчас в разделе мяса. Возможно, посмотрим что-то интересное. Ты куда? Ну иди сюда, мы глянем. Мы в разделе мяса, мы вот так вот выглядим в масках. Ульяна тут у нас бегает, прыгает. Всем привет. Значит, что на сегодняшний день мы имеем в Walmart по мясу? Типа скидка, а-ля скидка $1.97, но цена такая же. В принципе, можем взять ножки. Хочешь? Ну, что-то ж нам надо все равно брать. Цена приемлемая, вот $7 за килограмм 600. $7 все. Так, $7. Здесь у нас что? Может, ты куда? Меня что-то тут оставили, я тут сам. Как бы не потеряться. Тачку еще на меня бросили. Да. Так, предлагаю, может, взять опять кусок мяса? Ну, или тендерлоин. Блин, в два раза дороже, представляешь? Мы за 6 брали, за 7. Да, тендерлоин. Ну, здесь а получается 700 грамм, что? Смотри. Ну, сейчас пойдем, 10 килограмм. Для борща нарезку телятину. Вот я же хотел тебя все, позвать, пошли. Попросить. Хочешь ли ты для борща нарезку? Так, я зайду с этого бока. Какие? Кусочки квадратиками или это длинными? Надо будет перерезать. Я думаю... Квадратиками? Да. $10. $10, там почти килограмм. Ага, 700 грамм. Ну, на большую кастрюлю борща хватает. Хватит, да? Да, $10. Так у нас на этой неделе все-таки будет борщ. Борщ точно будет, да.
Борщ точно. Все, борщ, друзья, у нас будет точно, не переживайте на этой неделе. Спасибо. Там я увидела еще одну полку с клиренсом. Да, есть. Ну, идем глянем. Но это не мясо. А все? А нет, это рыбьего, рыбьего. Такое сало, смотри. Это типа порезанный этот, как там, белли, живот, что-то. Так, любимая у нас намекает на крабовый салат на этой неделе. И вот как раз у нас под рукой попался крабовые палочки. Ну, как бы да. А вот это маленькая? А вот эти две маленькие берем, да, и все. Так смысл, если можно, это цена. Но все равно это дороже. А, ну, хотя, что, ну, короче, хочешь, бери этот. Да. Просто он не так будет резаться. Тот лепестками, а тот палочками. Что здесь готовят? Бермер макароны с крабовым мясом. Короче, что нам еще с мяса надо? Нам что-то по-любому еще надо. Давай посмотрим на пиццу. Что тут смотреть? Мы уже 150 раз тут досматриваем до конца. Бекон нам не нужен, я так полагаю. У нас есть еще остался с прошлой закупки. Сосиски не? Вот что я хотела приносить. Все. Сосиски на утро. На утро? Какие, те маленькие или большие вообще? Ну, тебе вот на завтрак. Маленькие? Работаешь. Да. Или большие, вот те, что были ты по... ты хочешь. Ну, давай. Потому что ты на утро яйца делаешь себе? Ну, да, да. Вот с сосисками, кстати, тема. Типа вот эти, да? Так, ну это какие-то длинные. Берем. Вот эта фирма очень хорошая. Но она маленькая. Она дорогая и меньше. Ну смотрите, сравним 900 грамм и 375. Да. 5,97. Так ты ж показывай цену. А, точно. 5,97, а вот эти 3,97. Ну. Или те вообще за 5 же? Да нет, ты все же нормально. Или вот эти за 7,97. Чего? А, мы вот эти брали, по-моему, нет, на кемпе. Все, давай вот эти аж. Ну да, неплохие были, no. Да? Да, ну, да. Все, нам хватит на недельку. Ну, no. 7,97, круто. Это вот это было. Тачка наша пополняется. Короче, друзья, мы снова в рубрике «Любимая полка». Клиренс. Распродажа. Сейчас смотрим кофе. Тут реально в два раза кофе дешевле по скидке. Starbucks. Starbucks, Marley. Это новое, кстати, да? Да. Это эфиопское. Ну, это в зернах. Ну, просто какая его до этого цена? Может, его до этого цена? А, в зернах точно. Нет, вот. Ну, хорошо, давай возьмем тогда Van Hoot Colombian Dark. 4,50. Так его цена 8. Что-то там 90 или что-то. Да. Короче, 50% почти. Да, супер. Хорошая полочка. Нам попалась. Мы продолжаем нашу закупку. Кто еще с нами? Держитесь. Всем спасибо. Поддержите лайком. Да, 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 да. А смотри, круассаны появились. Не было раньше. И бисквиты. Круассаны вон в шоколаде 2,97. Давай возьмем, попробуем. Или мы их тут брали? Нет, здесь не брали. Предлагаю взять, попробовать. Мы любители круассанов в шоколаде. Здесь это как бы вообще не считают за сладости. Здесь они любят печеньки непонятные. Так, друзья, мы в разделе «Кто любит чипсы по выходным» за просмотром хорошего семейного фильма. Точно, Риша? Точно! Ну смотри, чтоб доел. Ну молодец! Ульяна взяла оригинал, а мы пройдем немножко дальше. Мы сейчас ждем здесь очередь за чипсами. С огурцами, может? Нет. Нет? Точно? Еще рано?
А я-то надеюсь. Так, проходим, друзья, проходим. Предлагаю взять. Ты хочешь дижон? Да, мне он так понравился. Любимый зашел дижон, мне дижон не особо заходит. Я все-таки возьму Apple Smoke Barbecue. О, ну ты что, взял пугаешь? Безалкогольное пиво. Беру уже второй раз. Но я его беру исключительно как напиток. То есть оно прикольно удалить жажду. Ой. Сегодня мы возьмем бутылка, потому что тут хороший дил. 3 за 5, а так 2 доллара. То есть доллар, то есть получается по 35 центов на бутылке, в принципе, скидка. Хорошо, бери. Да, то есть мы берем 3 пузыря. Ого, Новый год? Да. Мы берем 3 бутылки за 5 долларов. У нас Новый год каждый день, погода. Не соленая. Мы берем сегодня 4,47 за пачку. Ну, в принципе, масло как масло. Мне нравится. Жирность хорошая. Ну все. Что я тебе еще надо? Да. Главное, жирка побольше. Мы остановимся на нашем старом, традиционном картофельнике. Вот такая вот пачка нам хватает на 2 недели практически. 4,57. И завтра нас ожидает вкуснейший завтрак. Просто вкуснейший. Да. Пальчики оближешь. Ищи мороженое вкусное. Какое-то специальное вещи. Здесь с орехами. Отдел холодильника очень холодно. 7. Жирность, процент жирности ищи. Да, то есть 7. Можно попробовать вот это с орехами. Здесь 8, здесь 9. Желательно, конечно, иметь вообще побольше. Поэтому предлагаете. Ну вот это самое большое. Вау, самый большой процент жирности. Да, 9 грамм на чашку. Ну все, ложите. И тачечка наша пополняется. Друзья, сливки. Мне нравится, вот любимая только что добавила комментарии, ей такие не понравились. Но я считаю, что в Walmart, что в Superstore, они одинакового качества все равно. 33%, 5,57. 33 коровы. Да. 33 коровы доили это. 5,57. И молоко. 2 литра. Может, литр давай вообще? Литра нет. Ну хорошо, 2. 2 литра, 3,83. Хорошо. Все, буряк и зерно еще. Да. Так, наборщик нужен бурячок. И возьми, наверное, петрушки, бы у нас закончилось, да. 2 буряка? Да. Все, мы берем 2 буряка, друзья, побольше. Не, вот можно здесь, кстати, средний, если... Здесь, кстати, чищенный хороший, а в Суперсторе какие-то вот такие пстрюки постоянно. Ну да. Все, вот 2 паричка. Да, все. И петрушки, пожалуйста. Петрушки? Да. Типа какое? Это вот это? Да, может, и кучерявые. Вот это... Да, точно. Да, кучерявые? Давай. Я тебя так люблю. Ты моя прелесть сладкая. Камеру выключи, пожалуйста. Хорошо, все, так обнимашки. Выключи камеру. Одну, да, хватит? Тебя люблю. Да, сейчас, подожди, Юля. Пучок петрушки за сколько? За 2 доллара. Почти 2 доллара, да. Как будто его собирали там, всем селом. Так, ферма вообще-то здесь. Все, друзья, нам... Практически закончено. Мы идем сейчас, берем мне зубную щетку. Я думаю, все, мы встретимся на выходе скоро.
потерпите. Потерпите, все очень интересно, я знаю, вы хотите добраться до конца, узнать, сколько же мы все заплатили сегодня. Все будет, все будет. Так, зубную щетку нужно. Ну, не, я возьму все-таки вот эту, наверное. По доллару скидка вот эти. Мультиакшн. Возьми такую, какая у меня, она очень хорошая. Да. Вот это, вот эти. Я мне. Как бы это все коммерческий. Смотрите. Ну так поэтому. Смотри, ты меняешь, я а вот я... могу взять. Смотри, что-то новое. Бамбу, еще есть бамбука. Может металлическая, чтобы так хорошо. Короче, что меняешь, щетки по правилам? Мне, я знаю, но вот эти очень хорошо держатся. О-о-о. Еще можно чистить язычок. Ага. А тут и... а тут вот нет. Как хочешь. Розовый? Синий. Ульяна, он розовую берет. Так, все. Софт. Смотрите, софт. Это что-то новенькое. Я не знаю, как у вас, друзья, какие у вас там. Но здесь типа еще и флосс эффект. То есть они настолько такие волосинки, и как будто ниже зубов. Ну, попробуй, да. По идее, должно глубже быть. Да. Мягкое, то, что мне надо. Slim Soft даже, Charcoal. Я не знаю, какой там технологии, бла-бла-бла, я в этот Charcoal не особо верю. Маркетинговый ход, но... Хорошо. А вот эти тоже какие-то черные. А здесь смотри, какие... О, здесь вообще... Толстые. Да. Так, может, поехать на кемпинг, набрать угля, тереть его, что нам? Ну все, да? Да, все, берем, пробуем. Поехали. А что еще надо? Я нашла для детей. У тебя уже есть, да, такая, да, ты не хоть пользуйся. Ульяна, покажи, что ты выбрала. Бутылочку в школу, да? Скажи, а что нам уже взять? Ну, показывай. Ну, носить бутылочка. Хорошо, не закрывай, пожалуйста. Хорошо пить воду. А еще нам надо сыта маленькая, Антон. Посмотри, пожалуйста, на чай. Такое маленькое-маленькое, самое маленькое. Нет, он там уже дырка протерлась. Да? Нету. А что, так его продают, разве? Ну, я, да, в долларами. Ну, нет, да, нет. Маленькое сито на чай. А то самое маленькое, посмотри. Нет, это очень сад. Ну, нет, так нет, все, пошлите. Итак, все, друзья, наша закупка подошла к концу. Наш сегодняшний счет $188. Но у нас было $10 поинтов, поэтому мы их взяли, получилось 178. Супер! Все, хорошо. Друзья, на этом все. Всем пока!